Всем привет! Меня зовут Ольга, и вы на моем канале Северное вязание. Сегодня очередной видеоэпизод, где я вам покажу, что я навязала за эту неделю прошедшую, пока мы с вами не виделись, также свою спонтанную совершенно покупку, и также покажу вам все свои шапки, потому что, да, такой вопрос был в Инстаграм, сколько же вы так много вяжете шапок, когда вы их успеваете носить и все такое, и вот я решила вам рассказать про свои шапки. У нас очень сильно холодно, сегодня с утра было всего лишь плюс 2, сейчас 11 утра, и, ну, наверное, где-то плюс 7, поэтому я приоделась во все шерстяное, на мне моя шапка с колосками, на нее есть мастер-класс, на мне очень-очень старинный кардиган, который я вязала, вот даже не буду пытаться врать, как давно, но очень давно, он уже перешел в разряд домашних, потому что, ну, он такой весь уже затасканный, но знаете, когда бывает, что вещь уже вроде просится на помойку, на покой, да, но она такая любимая, что вот тебе в ней уютно, комфортно, ты чувствуешь себя красиво, удобно, ну, в общем, не знаю, пока что он у меня дома. Я его вязала, ну, повторюсь, очень давно, я его вязала по бесплатному описанию с сайта parizhanka.info, это, ну, он там по описанию вот идет с коротким рукавом, из толстой пряжи шерстяной, но с коротким рукавом. Ну, ладно. Ну, не знаю, мне это вот в домашних условиях это очень удобно. Вот. Особенно если у вас свой дом, там вам надо куда-то выбежать на улицу, да, это очень удобно. Также здесь большие карманы, что тоже, опять же, удобно, да. Я его вязала из какой-то шерсти на Авито 100%. Не помню из какой, но это 100% шерсть, потому что чувствуется, да, колкость, и где-то лет 5 назад я обещала связать точно такой же своей маме. Мама, привет! Я свяжу скоро свяжу. Вот такая вот я плохая дочь, которая за 5 лет маме кардиган так и не связала. Он вяжется весь по частям, перед спинка, рукава, карманы, да. Ну, в общем, вот, рассказала. Так, теперь, значит, о том, что я делала, что я вязала всю эту неделю. У меня нет ни одной готовой работы. Но есть, ладно, почти готовая. Здесь осталось два ряда. Это, значит, шапка Тимуру из пряжи Drops Merino Extra Fine. По описанию тоже с сайта Drops, по которой я снимаю мастер-класс. Я вам оставлю ссылку на описание, то есть если вы дружите со схемами, то вам не составит труда самим такую шапку связать. Описание на английском, на немецком, на французском, на каком хочешь, но не на русском, да. Вот, я вяжу на размер 2-4 года, мне очень понравился вот этот очень простой узор, и я уже, ну, я думаю, что я его как-то сохраню в свою копилочку и куда-то еще применю. Вот если вяжешь этот узор снизу вверх, он выглядит вот так, да, также его можно, например, при вязании сверху вниз, тоже он будет выглядеть очень интересно, даже, может быть, интереснее. Так, мне здесь осталось два ряда закрытия довязать, и я бы довязала, но так как я снимаю мастер-класс, я снимаю каждый ряд, в общем, да. Сегодня я это обязательно закончу, сегодня у нас пятница. Вот такая вот шапочка, я думала сделать сюда помпон из ниток, из пряжи, но потом передумала. У меня есть такой недопомпон с Алиэкспресс, очень дохленький, на кнопке. И вот такой вот маленький такой помпон сюда, мне кажется, будет очень хорошо. Потому что я не знала, куда его прилепить, он настолько
бедненький, что, ну, на взрослую шапку явно он не пойдет. К детским шапкам тоже, да, все-таки такие большие пушистые помпоны смотрятся побогаче. А это вот такая. Это, к слову, о том, что не заказывайте с AliExpress дешевые помпоны. Хорошо, что я заказала только один. Так. Ну, здесь он будет нормально. И я думала, что вот сентябрь Тимур походит в тоненьких шапках, но вот теперь я не уверена, потому что холоднее и холоднее с каждым днем. По утрам, если куда-то надо ехать, там до 8 утра, надо чистить машину, стекло, потому что лед. В общем, да. И поэтому вот я чуть-чуть остановлюсь на планах, да. У меня был план, у меня есть уже описание для Тимура по шапкам, которые я хотела ему связать. Ну вот я думала, что он вот в этих тоненьких походит вот сейчас, да, сентябрь. Бабье лето там и все такое. А потом я ему в октябре, он будет ходить вот в этой шапочке, я вставлю. Это называется Happy Cat, наверное. А это платное описание. Я его увидела в Инстаграм, купила там же. Ну, девушке просто написала, да, что я хочу купить. Я оставлю ссылку на Инстаграм этой девушки. А, интересная шапка, двойная. И она двухсторонняя, то есть ее можно так и так носить, да, двухцветная. И я думала, что вот она будет как раз-таки хороша на такую прохладную осень, но еще не зиму, да. Я вот завтра у нас с девочками встреча, мы будем встречаться в магазине пряжи, там я куплю на эту шапку, я планирую купить или Биг Мерина, или Экстра Файн, я еще не решила. Или, может быть, Бэби Мерина, дропс, в две ниточки. Потому что у Бэби Мерина, конечно, палитра, она такая вообще миленькая, детская. Ну, в общем, подумаю. Так, а на уже такую осень-зиму, да, когда уже заморозки, возможно, первый снег, я планировала связать Тимуру вот эту шапочку от или Берни, или Барни. Вот я, извините, сейчас не помню, я подпишу. Это шлем. Я очень люблю шапку-шлем. Всем советую для деток. Это дизайнер красиво спицами. Тоже оставлю ссылку в Инстаграм, это опять же платное описание. А в прошлом году я вязала, вы, может быть, помните, я вязала два шлема по описанию от Ксении Маликовой, но я вам тоже это говорила, что там эти лишние какие-то заморочки с этим узором на верхней шапке. И когда вот я вязала второй шлем, я и даже, по-моему, первый тоже, я вязала его просто платочной вязкой, во-первых, чтобы верхняя шапочка была потолще, да, ну, платочная вязка, и во-вторых, потому что, ну, не нужны особенно мальчикам какие-то заморочки там с этими узорами, ну, мне так кажется, вот, и, значит, вот этот шлемик, который Барни или Берни, он прям в моем вкусе, а на этот шлем я куплю для верхней шапки Drops Big Merino, точно, пущу туда еще ниточку Kid Mohair какого-нибудь, ну, это для теплоты, а для нижней шапки я куплю Merino Extra Fine Drops. Вот, эту шапку я уже точно знаю, что она будет светло-серого меланжа, потому что я еще не купила Тимуру ничего на зиму, и я не знаю, какого цвета будет его зимняя одежда, да, но вот светлый серый меланж, он подойдет ко всему. Вот такие планы у меня по шапкам, и это ближайшие планы, то есть завтра я куплю пряжу, и завтра я сразу начну с Happy Cat, потому что очень холодно. Вот. Так, дальше. Что я вязала для себя? Я показывала в прошлом эпизоде, в субботу, да, начало этого процесса. Так, это джемпер с круглой кокеткой. И вот так вот я его повязала уже. И я вчера вышла на резинку, но резинка по описанию длинная, 10 сантиметров. По моей плотности вязания 10 сантиметров это аж 35 рядов резинки.
Ну, то есть сегодня я тоже это закончу обязательно. Низ померю уже. В общем, мне очень нравится, что получается. Мне очень нравится эта пряжа. Это бобинная пряжа. Какой-то там лане кардат. В общем, что-то такое. Я не умею это читать. 1500 на 100. Я вяжу в 4 нити. И цвет хаки. Вот. Значит, здесь ажурная кокетка с вот такими вот косичками. Ну, пока что без стирки, это не очень хорошо заметно. И дальше вот я закончу низ, примерю и буду уже думать, что делать с рукавами. Потому что по описанию рукава длинные и пышные, и вот где-то от этих пор до манжета идет опять вот этот узор. Но я не хочу такие рукава, потому что планирую это носить с кожаной косухой, с плащиком. Ну, в общем, куда надо засунуть рукава легко, в общем, да. Поэтому и плюс я еще вязала на размер больше, чтобы он был такой попышнее, как мне написали в комментариях, безразмерный, да, естественно, абсолютно точно, безразмерный, чтобы он был. И когда вот такое тело оверсайз, мне нравится, когда рукава узкие. То есть это как-то сглаживает, в общем, вот эту оверсайзность на теле, да, и ручки такие тоненькие выглядят. В общем, да, наверное, я вот в вязании рукавов я отойду от описания и, скорее всего, свяжу их три четверти, во-первых, потому что у меня плащик с рукавами три четверти, ну, как бы узкий по руке. Я думаю, что так. А вот все вот это тело я вязала прямо точно по описанию. Очень легкое описание и очень легкий вот этот узор тоже. Там один этот раппорт свяжешь, раппорт всего 4 ряда, по-моему, и там сразу его запоминаешь. В общем, да. Легкая пряжа, очень приятная. Ну, меринос, что тут может быть неприятного. И хочется его быстрее связать, чтобы носить. Да. Вот, все. Представляете, это все, что я повязала на этой неделе. Но на прошлых выходных я случайно попала в магазин пряжи. Ну ладно, не случайно, я уже несколько раз думала о том, чтобы мне надо заехать в магазин пряжи, который называется Ланка Майльма. Это такой довольно-таки популярный большой магазин у нас. Ого! Вы слышали, какая-то птица так кричала? В общем, о чем я? И я хотела купить там пайетки. То есть, я не знаю, почему в Финляндии как-то, ну вот в наших финских магазинах как-то нету пряжи с пайетками. Раньше была мохеровая пряжа Rose, Navita Rose, но сейчас ее уже нету в производстве. Я не знаю, почему. Ну, в общем, как-то не люрекс, не... Ну ладно, люрекс еще на сочную пряжу, с люрексом можно найти, но вот как такого-то махера, типа как у Ализе, там, да, вот этого вообще нету. Но в Ланка Майльм есть такие пайетки на полиамиде разных цветов, такие в катушках они. И я вот думала купить себе какой-нибудь серебряный, например, чтобы связать шапку, да. Это уже плавно переходим к шапкам. И, в общем, когда я туда приехала на прошлых выходных, как вы думаете, я вспомнила вообще про пайетки? Конечно, нет. Но я вышла оттуда, ну, в общем, я вышла оттуда со спицами, честно говоря. Ну, я не буду их показывать, потому что спицы как спицы. Это чулочные спицы я купила, номер 2 и 2,5 зинги, укороченные 15 сантиметров, просто потому что у меня проблема с чулочными спицами, у меня они все по 3 штуки, по 4, по 3, ну, в общем, не 5, как должно быть, да, а вот куда-то теряются у меня вечно.
Да. А сейчас мне нужно связать носки старшему сыну, потому что он попросил, и это единственная вязаная вещь, которую он носит, это носки, поэтому надо быстренько связать мужские носочки. Я вот сейчас на стадии подбора узора. Вот, и тоненькие они будут, поэтому спицы 2-2,5. Но я также помимо спиц купила еще и пряжу. Эта пряжа для меня новая. Это концепт от Катя и называется, не знаю, как это, я по-испански не говорю, это, в общем, Катена Мерина, что-то такое. Это Мерина Экстра Файн. В общем, это цепочка. То есть по своей структуре эта пряжа аналогична, ну, то есть совершенно совпадает с пряжей Drops Sky. Но состав вот этой пряжи, он лично мне нравится намного больше, чем Drops Sky. Потому что в Drops Sky в составе есть альпака. Я не могу сказать, что я не люблю альпаку, но альпака очень жаркая, и альпака не для чувствительной кожи. Здесь же, да, эта цепочка такая же, точно такая же цепочка, как Drop Sky, только здесь меринос в составе. Здесь, значит, 94% мериносовая шерсть и 6% полиамид. Ну, то есть в это можно нарядить спокойно новорожденного ребенка, я так, ну, это точно, меринос, естественно. Так, здесь нам рекомендуют спицы какие-то 5,5-6,5, ну, это, конечно, для шапки. Да, из этого у меня будет шапка зимняя, наверное, ну, двойная точно. Ну, так что для шапки нужно брать спицы потоньше, чтобы не продувало. Это цвет 213. Цветов там палитра маленькая, но очень все цвета такие прям взрослые. Такие, знаете, не какие-то розовые девчачьи, а такие прям взрослые, натуральные. В общем, выбрать было трудно. Но я вообще на эту зиму хотела себе связать красную шапку с черным меховым помпоном. Не знаю почему. Страсти в жизни не хватает, видимо. Ну вот хотела. И уже задумка есть. Как, это будет очень простая шапка, но двойная. И буду ее вязать не так, как обычно вяжу двойные шапки. Ну, в общем, я вам все покажу, естественно. Так, я не могу найти метраж. Вот, 50 грамм, 120 метров. Ну, хороший метраж. Очень мягкая. Ну, все, что есть у Мериноса Экстра Файн, в общем, это очень приятно. И она такая темно-красная. Такие какие-то большие мотки, да, такое чувство, что здесь больше, чем 120 грамм. Черный меховой помпон, да, повторюсь. И, в общем, будем вязать шапку. Очень приятная пряжа, если у вас она... Я просто раньше, честно говоря, не видела. Вот, я сейчас первый раз ее увидела. Вот, это будет шапка. И теперь, когда я вот поставила фотографию в Инстаграм у себя с этими мотками и написала, что это будет шапка, несколько человек написали, когда же вы, у вас такая куча шапок, когда же вы успеваете их носить? И сейчас я вам покажу все свои шапки. Итак, вы, наверное, думаете, что я сейчас тут, у меня целую телегу, я вам привезу шапок, но нет, нет, шапок у меня мало. Вот, да. Я вяжу много шапок, это правда. Но я их не складирую и вяжу дальше много, опять же, планирую много шапок. Почему? Потому что до сегодняшнего дня я не смогла связать себе идеальную шапку. Обязательно что-то меня не устраивает. Вот. Я вяжу их и вяжу, пробую какие-то разные техники, разные пряжи, разные цвета. И именно для того, чтобы когда-нибудь я же свяжу себе вот эту ту самую идеальную шапку. Эта шапка должна полностью подходить мне. То есть вот когда я ее одеваю на себя, я должна себе нравиться. Хоть я без макияжа буду, хоть я буду там какая-нибудь отекшая, но чтобы
одела шапку, и вроде как нормально, можно идти, людей пугать. Вот. Также это должна быть шапка, которая будет греть мои уши. У меня какая-то проблема с этим. В общем, да, у меня уши очень чувствительны к ветру. И то есть подует ветерок, и все, у меня прям потом в теплое помещение, куда ты заходишь с улицы, и уши прям горят, болят. Ну, в общем, мои уши надо куда-то прятать однозначно от ветра именно. А ветер у нас частенько. Вот, то есть это должна быть также вот хотя бы вот на этом участке, где уши, она должна быть теплой, непродуваемой. Ну и также пряжа должна быть приятная, то есть чтобы я не чесалась, не ходила, да, не потела там и все такое. Ну, в этом, кстати, я не очень привередливая. Вот, да, альпаковую шапку, например, из пряжи Непал, когда я в этой шапке сажусь в машину или иду в магазин, то мне ее надо обязательно снять, иначе я буду чесаться. Потому что там альпака, и вот она как-то, не знаю. Раньше я спокойно относилась, дроп-слима я носила. Но вот последняя, не знаю, вот ту зиму, которая прошлая зима, да, я как-то почувствовала, что да, все-таки в альпаке я чувствую себя не очень хорошо. То мне жарко, то мне колется. Ну, в общем, все такое. Так, теперь, значит, о том, что у меня осталось. То есть вот шапки, которые я, например, вязала прошлой зимой, я вязала много двойных шапок. Обычная шапка-чулок без отворотов, да, вот обычные двойные. У меня их было очень много, и с пайетками, и с люрексом, и с махером, и, в общем, каких только не было. Даже была из Газал Рок-н-Ролл, очень красивая зеленая двойная шапка. Ее у меня, кстати, подружка самую первую забрала. Вот, также одну с пайетками я подарила племяшке, а другую с пайетками я потеряла, да. И вот почему я хотела купить пайетки в магазине, да, потому что я хочу повторить эту шапку с пайетками, только уже с отворотом. Вот та шапка была примерно, ну, можно сказать, на 95% идеальной. Она была связана из пряжи Ализе с пайетками, не помню, как называется, серого цвета, и к ней я добавляла дропс кит силк голубого цвета. В общем, она, ну, такой цвет получился, голубая дымка, еще эти пайетки, подклад был мериносовый, ну, в общем, в принципе, идеальная шапка, но я ее потеряла. То есть когда заходишь с коляской в магазин, шапку снимаешь, куда-то ее в коляску ложишь, выходишь, шапки нету. Я прошлась по магазину, магазин у нас был вот на прошлой квартире, да. Магазин там не маленький, я прошлась, ее не было. И потом, когда я ходила в этот магазин, то есть, ну, нигде она не лежала, ну, в находках. В общем, было жалко. И вот поэтому я хочу повторить себе шапку с пайетками. Так, обычно, да, шапки я раздариваю, то есть ко мне приезжают, например, гости, родственники, показываю шапки, если кому-то что-то нравится, шапки или снуды, я все совершенно со спокойной душой, и я даже рада, что кому-то что-то нравится, и кто-то себе это хочет, вот. Поэтому у меня на сегодняшний день из вязаных шапок 1, 2, 3, 4. Это покупная. Ну, сейчас я расскажу обо всем по порядку. Значит, эта шапка, на нее у меня есть мастер-класс. Шапка с колосками из вытянутых петель на не такую не зиму, не очень ветреную погоду, она хороша. Так, дальше, эта шапка. Такая спортивная шапка, двойная, с отворотом. Тоже на нее есть мастер-класс из слонимской пряжи. То есть здесь 30% шерсти. Прекрасный цвет. Мне очень нравится этот цвет. В общем, эту шапку я, ну, эту никому не отдам, и эту тоже, потому что мне они нравятся. Я не скажу, что они идеальны, но уже близко, да. Ну, то есть, видите, вот пока я вязала много-много шапок, я вывела для себя такое, что шапка моя не должна быть очень узкой. Пусть лучше будет где-то петель на 100. А также отворот должен быть широким. Вот.
И также напуск должен быть обязательным. В общем, вот эта шапка номер 2, на нее тоже есть мастер-класс. Так, вот эта шапка не очень, это в моем вообще стиле, ни цвет, ни форма, но что-то меня останавливает. И я ее тоже никому пока что не отдаю. Она тоненькая, то есть это можно, наверное, даже сейчас уже замерзнуть. Это прекрасная пряжа, у меня такой пряжи еще много, я не знаю, что из нее вязать. В общем, я почему-то не принесла моточек этой пряжи показать, но это Аустерман, толстая пряжа, в составе очень много, там 40% или 60% ангоры. И эта ангора не та, которая линяет. Ну, то есть от девочек, от многих можно услышать, что ангора вся лезет, линяет, это нет. Ну, то есть если вы будете, конечно, вот так выдирать, ну, вот эти волосы, да, то, да, она вылазит. А вот так вот она, то есть, хорошая. Такой, это шнурок перламутровый такой, вот он набит этой ангорой. Просто наиприятнейшее полотно, ну, нежнейшее, там, я не знаю даже, как сказать. Да, цвет, повторюсь, не совсем мой, но хороший цвет, освежающий, не детский такой, ну, в общем, не знаю, пока что она лежит, я ее, по-моему, даже не носила, потому что у нас весна как-то была сразу жара, а сейчас как-то сразу холодно. Ну, в общем, она пока что лежит. Ну, блин, она очень, ну, очень приятная. Пряжа очень приятная. Если у вас она где-нибудь есть в доступе, то присмотритесь к ней. Я ее покупала в Эстонии в магазине Carnolux. Я бы еще, если честно, купила, но когда я смотрела последний раз сайт этого магазина, там был оранжевый цвет, оранжевый, черный, ну, что-то такое. И последнее, это берет, наверное, вообще самый старый, ему лет, ну, 8 точно, это покупной берет, это была серия аксессуаров в магазине Guess, Guess by Marciana, это называлась серия, там было очень много разных шапок, шарфиков, мужских аксессуаров, и все они были из натуральной шерсти. Ну, как они заявляли, типа, ну, вул, что-то там. Как-то у них это реклама была. В общем, это, значит, у нас берет в составе 50% акрил, 30% шерсть, 20% альпака. И альпака здесь очень сильно чувствуется. Прям очень сильно. В общем... Вот такой берет, то есть он очень, как это называется, пышный, пышный, да? Ну, то есть вот видите, он такой колпак, вот такой. Ну, не знаю, мне вот очень нравится, как он смотрится. Хоть у меня и лоб чешется, хотя, может быть, это не от альпаки чешется, потому что здесь вот эта резинка, она вся прошита... спандексом, но это не я, это уже было, так было, может быть, этот спандекс, он иногда так дает такие ощущения неприятные. Ну, в общем, да, эта шапка очень старая тоже у меня в коллекции, и не могу я с ней расстаться. Вот из той коллекции в ГЭС, когда это было, я купила вот эту шапку и еще пару таких вот шерстяных длинных перчаток черных. И вот эти перчатки уже давно где-то у меня на ферме, как говорит Наташа Баскевич. Привет, Наташа. Вот. А вот с этим беретом я никак не могу расстаться. Вот. Все. Девочки, конечно, у меня еще есть такие на случай совсем холодной погоды. У меня есть меховые шапки, там, знаете, такие модно когда-то были. Меховые ушанки, там просто меховые такие шапки. Вот. Но когда совсем холодно, то обычно мы не гуляем просто. Вот. Капюшоны я не люблю, поэтому вяжу шапки когда-нибудь. Когда-нибудь я обязательно свяжу свою самую идеальную, прекрасную шапку. Вот.
Девочки, расскажите, если вам не трудно, напишите в комментариях, нашли ли вы свою идеальную шапку, фасон, цвет, пряжу. Было бы очень интересно и очень даже полезно. Вы слышите это? Эта птица делает такие звуки странные. Так, все. На сегодня это все. Надеюсь, что на следующей неделе я вам покажу уже несколько готовых работ, потому что они 100% должны быть. Также, наверное, не наверное. Ну, конечно, мне все-таки кажется, что покупки завтра будут. Да. Рукодельная встреча в магазине пряжи. Это катастрофа просто. Вот. Так что, да, увидимся с вами через неделю. Всем солнечных, теплых выходных. До новых встреч. Пока-пока.